Я играю героинь. В последнее время много плакательных ролей. И у меня хорошо получается плакать в кадре. Большой жизненный опыт, скажем так, связанный с моими родственниками, что помогает мне влиться вот в эту струю, создать нужное настроение, создать нужное состояние. Мечтаю играть светлых, лучезарных героинь. Надеюсь, что дальше будет больше именно таких ролей, но я все свои роли очень люблю, все. Я актриса, и я в каждой роли нахожу то, что близко именно мне, и мне везет. Вот как-то складывается так, что сценарии попадаются, как раз то, что трогает душу. И часто выплескивается то, что наболело, то, что накипело. Приглашайте, звоните, до встречи на съемочной площадке.